Дело в том, что у меня парень, он попал в аварию с собакой, и собака погибла. Ну, достаточно давно. Ну, есть у вас собака, да, наверное? Ну, у меня тоже есть собака, да. Ага. А у вас какой породы? Сэмми, на! Он у нас толстенький немножко, но можно, в принципе. Всем привет, это новое видео на канале. Как вы, возможно, заметили, канал немного изменился. Раньше он назывался Татустер и сейчас вернулся снова в мои руки. Добро пожаловать на новый, скажем так, канал. И, собственно, произошли небольшие изменения. Итак, сегодня мы снимаем розыгрыш. Буквально пару часов назад мне пришла в голову идея снять такое прикольное видео. Мы нашли девушку на Авито по объявлению. Дело в том... Как это объяснить-то? Дело в том, что мы зашли на Авито и увидели объявление девушки, которая ищет работу, и решили предложить ей погулять с нашей собакой. Но дело в том, что ни у меня, ни у Карины нет собаки. Я прикинусь шизофреником, у которого умерла собака, и он все еще видит ее и просит погулять с ней. Посмотрим, как девушка отреагирует на невидимого пса, с которым она будет гулять, да еще и в пасмурную погоду. Здравствуйте, девочка. Вы к нам пришли? В общем, да. Девочка, хотелось вообще спросить, давно работаете, давно этим занимаетесь? Да, люблю свою работу, нравится мне, хобби мое. Хорошо, я думаю, я очень надеюсь, что вы нам поможете. В общем, знаете, у нас как бы не совсем стандартная ситуация. Дело в том, что у меня парень, он попал в аварию с собакой, и собака погибла. У него болезнь теперь, то что как бы, ну, он видит собаку, с ней нужно погулять. Стойте. Вы не бойтесь, мы вам все заплатим, то есть, ну, вам буквально просто надо... А что вы делаете, как это вообще будет? Он болеет. Я не хочу, чтобы он выходил сам с собакой, потому что он все равно гуляет с собакой. Как бы, ну, вы сами понимаете, он видит эту собаку, он с ней играет, он ее кормит. То есть он прям, ну, любит эту собаку. Вы серьезно? А как это будет выглядеть? Нет, вы, пожалуйста, только помогите, ладно? Я очень прошу вас, потому что это очень, ну, для меня это очень важно, это мой любимый человек, и мне бы не хотелось, чтобы вы что-то другое там сказали или отказали мне. Просто я первый раз в такой ситуации. В общем, все нормально будет. Давайте пройдем. Пожалуйста, я вас очень прошу, мы вам заплатим, я могу вам заплатить в два раза больше. Ладно, что мне надо делать? Просто да, реагировать? Сейчас, да, просто то, что я, да, то, что вы видите собаку, то, что как бы, ну... Никаких грубых движений, и в его сторону тоже не нужно слова говорить какие-то грубые. Так что вот. Ладно. Спасибо большое. Давайте пройдем. Попробуем. Сходите. Андрюш, мы пришли. Давайте открою. Здравствуйте. Вы с нашей собачкой погуляли, да? По объявлению. Да, мне так сказали. А как вы вообще, ну, давно этим занимаетесь? Ну, достаточно давно. Ну, есть у вас собака, да, наверное? Ну, у меня тоже есть собака, да. Ага. А у вас какой породы? А этот? Сэмми, ко мне. Вот он, мальчик наш. Видишь, что тебе тетя пришла? Иди. Привет, Сэмми, привет! Иди посмотри. Иди к нам, иди, моя сладкая. Вот он. Вот, мячик. Ага. Вот он наш красавец. Надо с ним удивить, я просто заболел что-то, и, в общем-то... Как бы не могу с ним пойти никуда погулять, потому что у меня работа, я сейчас, если заболею, то это надолго. Вот мы поэтому решили воспользоваться вашими услугами. Думаю, хороший мальчик. Вот такой он у нас, видите, какой классненький. Может быть, вы присаживаетесь, познакомьтесь с ним, чтобы, как бы, вдруг он от вас убежит. А постоять нельзя? Нет, ну, садитесь. Да присаживайтесь, что вы переживаете? Сейчас он побежал сюда. Сами, иди быстрее, тетя пришла. Вот его косточка любимая, он с ней очень любит играть, я вам ее с собой дам, чтобы, если он вдруг от вас будет убегать или еще что-то, вы вот так вот звените, он прибежит. Ага, хорошо, Сэмми? Чтобы он вас понюхал, чтобы просто к вам привык? Иди сюда, быстро.
пожалуйста. Иди садись. Можно я позвоню, выйду на секундочку, ладно? Ну ладно, вам просто нужно познакомиться с ним, поэтому, а то он будет от вас убегать, слушаться вас не будет. И сейчас зайду, ладно? Ну, хорошо, ладно, да. Ладно? Хорошо. Вы же ненадолго? Нет, сейчас гулять. Чего, она реально повесила? Ты серьезно? Она сумку не оставила, она ничего сейчас свалит. Иди за ней, давай. Ты что, серьезно? Да, ну а что ты хочешь? Черт! Блин, я не успею. Стивен, тихо. Не переживай. Ладно, все. Девушка, а вы куда? Вы уж меня простите. Ребята, сердце бьется, пиздец, нереально. Вы уж меня простите, но это... Вы нормальный вообще? Как вы это себе представляете? Я просто... У меня руки дрожат, просто вот дрожат руки. Бля, эта тёлка начитает просто наголо ёб... Я понимаю всю вашу эмоцию. Нет, я понимаю, вот и до. Пожалуйста. Как вы представляете, чтобы я буду гулять? Это же, ну, это ненормальность. Пожалуйста, помогите, я вас очень прошу. Куда? Кого мне хочет? Они что-то спорят там. Я не знаю, что происходит. Карина вообще первый раз в таком видео участвует. Мне кажется, она дико волнуется. Садить на колени. Что мне сделать? Я вам заплачу, вот я могу втрое раз больше заплатить, пожалуйста, просто помогите мне. Я вас очень прошу, мне действительно тяжело с моим любимым человеком. Просто у меня такое впервые, как бы такая ситуация, поэтому представляете, да, какая у меня должна быть реакция. Просто помогите, можете присесть, там, погладить, подыграть. Ну, пускай так будет, то, что вы подыгрываете мне, пожалуйста, вас очень прошу. Все, позвонили. Ну что, вы все готовы? Идемте, может, все-таки присаживайтесь, я вас с ним познакомлю. Идем, Сэмми. Идем. Сэмми, на! Он у нас толстенький немножко, но можно, в принципе, на ручках можете его поносить, если вы... Можете погладить его, он очень любит, когда его гладят. А сколько ему лет? Ну, у нас полтора года, вот щенком принесли, вот он у нас, правда, он слюнявый, я могу вам дать тряпочку, если что-то, он вас испачкает, вы потом протрете. Ладно. Вот, собственно, на этом и все, наверное, как бы. Команда знает, какие? Ну, команда, в принципе, знает. Идем, Сэмми, идем, покажем, что мы умеем. Идем сюда. Сидеть. Сэмми, сидеть. Вот, видите? Угу. Давай, кувыркайся. Но он, правда, не все еще команды знает. Вы, может, попробуйте сами покомандовать с ним. Он, в принципе, ко мне он хорошо знает. Это он сам прибегает очень хорошо. Но если не будет слушаться, то вы можете вот этой погремушкой. Я вам даже могу еще мячик дать. Можете побросать к нему. Вот попробуйте сейчас вот бросить его. Куда бросить? Просто? Ну, можете бросить, он как бы прибежит сейчас. Может, принесет, я не знаю. Угу. Ну, иди мячик возьми. Иди возьми мячик. Сами у нас просто не очень хорошо реагируют на команды, на все. Ага. Ну, я думаю, мы на улице разберемся и... Да? Ну да, вот вы еще можете так понажимать, потому что он знает свой звук своего мячика, он прибежит к вам 100%. Ну, ошейник, давайте. Так, давайте вот этого берите с собой. Сейчас ошейник я вам дам. Так, идем. Он любит очень лежать у себя здесь. Идем, встать. Держите. Вот вам ошейник. Ага. Все, отправляйтесь. Надеемся, что скоро вернетесь, и мы будем. Вы нам понравитесь, и вы тоже понравитесь, и будете приходить к нам чаще. Да, мы вас будем ждать. Все, 30, минут 30, в принципе, можете нормально вот здесь, будет. Да, как бы у нас хорошая площадка, можете здесь погулять. Да, вот здесь у нас парк рядом, можете туда пойти погулять, да. Ага. Спасибо. Понятно. Ага. Все, тогда до встречи. А, так, рассчитаем тогда после, да, как придете, идет? Я думаю, что я вам денег отдам. Нормально будет или вы хотите сразу? Да нет, я приведу вам собаку вашу и потом... Все, договорились, отлично. Все, Сэмми, давай пока, веди себя хорошо с тетей. Сэмми, пока. Ага. Мальчик мой хороший, не давайте бойся. Давайте, открою, откройте, пожалуйста. Так, конечно. Ой, мой красавец, давай иди, не бойся. Тетя хорошая. Все, до свидания, мы вас ждем. Можно? Да, заходите. Ну что, как погуляли? И
Да, прекрасно. Давайте на пол его поставим. Ой, тихо, нагулялся, да, сейчас у него лапки грязные, надо этот подержать его здесь. А то сейчас убежит. Все, стой. Такой радостный. Как вам наш мальчик понравился? Все нормально, да. Слушался вас? Игрушки. Угу. Все нормально было, все хорошо. Не гавкал там ни на кого? В туалет сходил? Да, все сделал. И мне уже идти пора, поэтому... Что, тебе понравилось, тетя, тебе понравилось? Да, попрощайтесь с ними, а то он будет грустить, он у нас очень чувствительный просто совсем. Когда можно сдать вас еще? Завтра у вас есть время? Просто я сейчас пока болею, ближайшие пару дней, мне нам бы хотелось, чтобы вы погуляли. У меня, вы знаете, есть основная работа, поэтому я пока повременю с этим. Ага. И, может быть, мы с вами созвонимся и там решим. Завтра у вас есть время или как? Нет, завтра нет, простите. Блин, очень жалко, конечно. Ну ладно, пока скажи тете. Тете, пока скажи. Ладно, сколько я вам должен? Насколько договаривались? Да. Все, держите. Спасибо вам большое. Спасибо, что погуляли с нашим красавцем. До свидания. Спасибо большое. Скажи. Спасибо. Молодец. До свидания. Пипец. Тебе удобно? Да, мне удобно. Ребята, такое получилось у нас видео, мне до сих пор вышел мандраж, я не знаю, как вам показать, как у меня трясутся руки просто, блин, это очень было сложно. Карина вообще, я еще пока ничего не слушал, пока ничего не смотрел, там, то, что было в подъезде, я вообще ничего не знаю, надеюсь, ты меня не подвела и все прошло хорошо. Но девушка, она, конечно, вообще была в шоке. Она когда уходила, когда я говорил, попрощайся с ним, она такая вся... Я думал, сейчас вот, я думал, что она либо сейчас мне ёбнет, скажет, ты что, дурак совсем, что ли? Мне казалось, нет, что... нет, когда уже деньги она получила, она уже... Да, когда она думала, знаешь, вот мне показалось, что когда в конце она ждала от меня денег, а я вообще, я знаю, что я должен заплатить, но я-то, у меня такой страх, что я забыл вообще про деньги. Она стоит и думает, заплатит ей, не заплатит, или что вообще сейчас будет дальше? Ну или типа там, да, скажет то, что... Да, реально, да, это розыгрыш там или еще что-то, я просто не знаю, что... У нее было, да, взгляд такой, то, что у нее прям паника. И когда я сказал уже, типа, давай, сколько я там вам должен, она как-то более-менее ожила. Ну да. Что я даю ей деньги, я думал, что она сразу свалит. Ты просто видела, как она взяла деньги, она просто прям, все, нет, до свидания. Да. Мне кажется... Она просто сейчас будет звонить кому-то и рассказывать эту историю. Нет, суть в том, что она реально пошла и 30 минут там была. Я не знаю, где она была. Мне кажется, она пошла вон тот день, в Бахетле посидела. Короче, ребятки, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. На наш или мой канал. Канал. Да. Все, вот такие видосики. Ждем от вас комментариев. Если у вас есть какие-то идеи для наших новых видео, будем ждать. Что вы хотите от нас? Да, и на наш инстаграм подписывайтесь. В любом случае мы будем снимать, да? Конечно, да. Скоро в инстаграме можно будет вести прямые трансляции. И Карина частенько очень любит перископ. И сейчас она будет сидеть у нас в инстаграме. Все, всем пока. Пока.